первого как-то проснулись. Ух ты, уже под вечер ползем на кухню с курантами бьющими в голове поближе к салишам оливье. А там уже послегка разлито. Слегка это значит, чуть меньше литра. Второго тихо лежим, болеем, смотрим «Иронию» и «Чародеев». Третьего утром с детьми на елку. Четвертого баня, катание с горки. Пятого к маме визит и к брату танцов съедаем тазик с салату. В салате лежит килограмм майонеза, что вкусно, а главное очень полезно. Не дай салату себя убить. А что же делать? Что делать? Пить! Сделала и по 13-е. С песнями, шутками, танцами е. Сколько здоровья добра пицца е. С первого и по 13-е. Решил завязать шестого, приехал родственник из Ростова. С ним заодно прихватили седьмое. А что ты хочешь? Дело святое. Восьмое, девятое помним плохо. Уехал родственник, слава богу. Десятое, вроде заняться нечем. Отлично, десятого лечим печень. Одиннадцатого. Решаем задачу, как не поехать друзьям на дачу. Но все же едем, итог известен, включая 12-е, куролесим. 13-е. Пока не поздно, пора прощаться с Дедом Морозом. И вся Россия с огнем в груди кричит ему: «Дедушка, уходи!» И снегурку свою забирает. Но мы не можем больше. Как же хочется на работу. К станку, прилавку, куда угодно. И значит, прониклась идеей нация с первого и по 13.